НАТО розпочинає великі ядерні навчання. Основне, що і буде обсуждаться на Рамштані, ключовий план, пункт цього плану – це начало масового терору на території Росії. Під час них країни-учасниці будуть відпрацьовувати використання тактичної ядерної зброї, демонструючи готовність дати рішучу відповідь на будь-які загрози. Ці навчання, як кажуть союзники, є чітким сигналом для ворогів, що НАТО готове використати ядерну силу, якщо це знадобиться для захисту безпеки. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Я не сомневаюсь в тому, що в ближайшее время по двум этим кейсам, российско-украинской войне и по кейсу Ближнего Востока, будут приняты решения. Если эти решения будут приняты в нужном направлении, кресло Белого дома останется за демократами. Если этих решений принято не будет, кресло перейдет к республиканцам. Ну, во-первых, когда я слушал выступление президента Зеленского, то, что сейчас процитировали, и он это сказал, там понятное дело, что он говорил о том, что он должен был еще добавить фразу, но он просто ее не добавил, наверняка, для того, чтобы это осталось интригой. Он должен был сказать, что если план победы Украины из четырех пунктов, которые я предложил, будет принят. И этот план как раз-таки дает основание тому, что в 2025 году эту войну завершить, именно завершить с позиции силы, сильных позиций Украины. То есть он эти четыре пункта, один, первый, военно-техническая, вторая, экономическая, третья, так сказать, политическая, то есть вот то, что и с позиции силы принудить Россию к переговорам. То есть это он предложил. О чем этот план, мы никто не слышали. О чем он говорил с Дональдом Трампом, подчеркиваю, именно с Дональдом Трампом, мы также не слышали. Ни Дональд Трамп на эту тему ничего не говорит, ни президент Зеленский ничего не говорит. Но я не сомневаюсь, что президент Зеленский молчать не будет. Придет время, он это скажет. Наверняка все ждут результатов этих выборов. Я не сомневаюсь о том, что президент Зеленский четко знает позицию Дональда Трампа уже. Потому что они говорили один на один. Между ними наверняка был какой-то разговор, который они решили пока публично его не озвучивать. Ну, наверняка, и раз президент Зеленский молчит, и Дональд Трамп на эту тему молчит, но они встретились. Ну, не может же быть такого, чтобы люди встретились, и у людей публичной плоскости были разные позиции. И если президент Зеленский озвучил свою позицию, а его позиция, в принципе, нам всем понятна, в той или иной мере мы понимаем, вот, он от своей позиции далеко никуда не уходил. Если вот то, что вы сейчас процитировали, это подтверждает личное основание, что он никуда от этого не уходит. Просто он рассчитывает, я так понимаю, на то, вот из его фраз, что то, что он предложил, его примут. Если его примут, тогда это, конечно, дает веские основания на то, что считать, что в 2025 году будут все возможности для того, чтобы эту войну завершить. Просто осталось дело за малым, так сказать, да, этот план должен получить политическое подтверждение, политическую волю. В первую очередь здесь в Вашингтоне и у главных союзников в Европе. Насколько я понял, на этой неделе президент Зеленский планирует быть в Германии и встречаться лично с канцлером Германии. И я не думаю, что только с канцлером Германии. Он будет встречаться и со всеми другими главными лидерами, которым будет предоставлять вот этот план, потому что этот план надо не только предоставлять американцам, но его нужно и ключевым союзникам в Европе, особенно тем, которые имеют это, вот эти все четыре пункта, могут на своем уровне также удовлетворять. Поэтому это вот я так бы расшифровал бы то, что говорит он. А то, что касательно того, что будут приниматься судьбоносные решения, ну, это просто оно лежит на поверхности. Я же вам давеча сказал, кресло хозяина Белого дома напрямую сегодня зависит от двух этих горячих точек. Более того, даже тема Ближнего Востока, она даже вышла вперед сегодня, учитывая, что там играет открытый противник нынешней администрации, Бениамин Нетаньяху. И он это вот с 7 октября прошлого года и по 7 октября нынешнего года, за этот год, он, так сказать, очень усилил свои позиции тем, что нынешней администрации не удалось закрыть это пламя. Наоборот, оно еще больше разгорелось, и теперь выйдет оно из берегов, я имею в виду то, что касается напрямую лобового столкновения Израиля с Ираном,
от этого, это тоже вполне ожидаемая вещь, которая вполне может быть, если, например, это не повлияет так сильно на общественное мнение здесь в Соединенных Штатах Америки именно в этой тематике. И для усиления этого наверняка нужно будет сделать что-то такое персональное по территории Ирана. И как будто бы вы видите, очень большая активность идет и на Южном Кавказе, и в Баку уже приезжали все разведки мира. В Баку, подчеркиваю, приезжали. И американская военная разведка приезжала туда, и руководитель МИ-6 приезжал, и постсоветское пространство все туда приезжало, все, и турки приезжали туда, то есть и Израиль там был, то есть это почему именно в Азербайджане? Потому что это непосредственно, потому что половина населения, там 40% населения, это этнические азербайджанцы. И идет разговор о том, что если такого типа что-то будет, а учитывая, что там пришел новый президент, этнический азербайджанец, и там и нынешнее руководство Ирана во главе с этим лидером, который дали возможность этому этническому азербайджанцу стать президентом, послали месседжи туда, в Европу и в Соединенные Штаты Америки. И как будто здесь вы видели, как лояльно его принимали, вот, а он, его комплементарные выступления в Организации Объединенных Наций и перед поездкой, и во время этого говорит о том, что нынешнее руководство Ирана не заинтересовано в эскалации. Нынешняя администрация в Белом доме не заинтересована в эскалации. Беньямин Нетаньяху заинтересован в этой эскалации. А раз он заинтересован в этой эскалации, Дональд Трамп заинтересован в этой эскалации. Значит, идет противостояние. Идет противостояние Республиканской демократической партии на российско-украинском фронте, на израиль-иранском фронте, то есть в целом на Ближнем Востоке. Поэтому эти все моменты мы должны понимать. И это как будто вышло к финишной прямой. Где это сейчас прорвется и прорвется ли? Вот мы должны внимательно следить. Поэтому, да, я понимаю, вас интересует ваш только кейс, но это здесь в Америке рассматривают это вкупе, потому что для них главная цель – кресло. И если ради этого кресла нужно будет сделать то-то, 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 они это сделают. Если этого не надо будет делать, они этого делать не будут. Просто, насколько я понимаю, они это должны будут делать, иначе они потеряют Белый дом. Теперь вы спрашиваете о вас. Вот я и говорю, если бы я, например, был бы президентом Зеленским, мне сделали бы такое предложение, например, которое вот сегодня озвучу, там компромисс, да, я ни на какие компромиссы не пошел бы. Компромисс должен быть только тот, который мой народ примет, моя страна примет, мое общество примет, который мне скажет, жертву стоили этого. А вы за что боретесь? Вы боретесь за суверенитет, за территориальную целостность, за свою государственность в этом плане. Чтобы эту ее сохранить, у вас должны быть гарантии безопасности. Не на словах, а реальные гарантии безопасности. Гарантом безопасности на силу может быть только сила. Потому что, опять же, факт, международное право не работает. Это факт, факт. Организация Объединенных Наций импотент, импотент. Совет Безопасности состоит из 5 стран, которые поставили себя над законом. И теперь эти 5 стран всю жизнь существования этого ООН, они нарушали эти правила. Не только русские и китайцы это делали. И американцы делали, и французы это делали, и британцы делали. Но всех других они построили. Если они пятером всех других могли как-то наказывать, если их общие интересы совпадали, они даже наказывались и говорили, там международное право, тут международное право, и под эгидой ООН отправляли даже туда войска. Но если это касалось интересов этих 5 стран кого-то, никто ничего договориться не мог за все годы существования этой организации. Так это факт. Факт говорит о том, что эта структура не работает. И говорит о том, что международное право тоже не работает. А раз этот факт сегодня является истиной, так давайте исходить из этого факта. А раз исходим из этого факта, каким образом мы сегодня сможем сохранить суверенитет, территориальную целостность и государственность Украины? Кто может быть гарантом? На силу должна быть сила. Если эта сила демонстрирует сегодня один из постоянных членов Совета Безопасности, ядерная держава, значит, сила, которая будет гарантировать безопасность Украины, должна быть сильнее этого оппонента. А где она? На словах она как будто все говорят красиво. А в реале этого нету. Сегодня, как в качестве политического института, это организация объединенных, Североатлантический блок, НАТО. До этого достаточно одной страны, Соединенные Штаты Америки. Израиль не находится в НАТО. И посмотрите, что вокруг Израиля, и никто ничего сделать не может. Потому что Израиль является гарантом независимости, безопасности, суверенитета, территориальной целостности. Ее существование Израиля является Соединенные Штаты Америки. И все это прекрасно понимают. Несмотря на то, что Израиль добился больших успехов в области научно-технического прогресса, военно-технического строительства и многих других моментов. Да, понятно. Но в любом случае это все за спиной у дяди Сэма. И дядя Сэм обеспечивает. И по сегодняшний день обеспечивает. Поэтому ничего сделать не могут.
Поэтому гарантия безопасности должна быть. Если эту гарантию безопасности дадут Украине, дадут президенту Зеленскому, и это публично озвучат, и в качестве какого-то документа, я не думаю, что с этим кто-нибудь на планете считаться не будет. И та же Россия в том числе. Россия войну ведет по какой причине? Чтобы не допустить Украину в НАТО, не допустить кого-то на постсоветском пространстве в НАТО. Но если Запад говорит, она будет в НАТО, так возьмите, принимайте. Да. Вы говорите, с территорией мы не будем. Это, вы же хозяева. Вы же устав можете менять. Соберитесь вместе и поменяйте. Соберитесь вместе и примите. Политическая воля нужна для этого. Вот будет эта политическая воля или нет? Если она будет, да, тогда может быть этот компромисс. Если ее не будет, я не думаю, что президент Зеленский подпишет себе смертный приговор. Я не думаю, что он пойдет на это.